Алло. Добрый. Ага, просто я еще не вижу. Нет, я-то сам уже вгрузился, я еще пока студентов просто не вижу. Но я им сейчас еще разок им... Ага. Хорошо. Сейчас я только... Я им тогда, наверное, еще раз на всякий случай отправлю. Да, вот только их пока нет. Они обычно иногда и пораньше приходят. Но сейчас я им отправлю всем еще раз имейл. Хорошо. До свидания. Добрый день. Вы меня нормально слышите? Скажите кто-нибудь, вы меня нормально слышите, пожалуйста? Вот, Максим, вы меня слышите? Да. Отлично. То есть, что произошло, оказывается, ну, то есть я как-то давно подал заявку на... бесплатную, на платную лицензию на Skype. И вот забыл про нее. Оказывается, ее удовлетворили, и теперь у нас в профессиональном варианте Zoom, он, кстати, записывается. Если вам нужна будет запись семинара, то это делается автоматом. Мне не нужно записывать. Ну и будем встречаться здесь. Вот, правда, сегодня почему-то пока еще мало народу. Ну, давайте подождем. Ну, еще буквально одну минуту подождем.
Ну вот, кажется, теперь все обычные участники собрались. Я еще раз повторю, что это теперь профессиональная конференция, она записывается, и если вам нужна запись, то она будет где-то там, видимо, на сайте автоматом появляться, так что вы можете, соответственно, ею пользоваться. Итак, сегодня я хотел поговорить, сейчас я включу демонстрацию экрана, о таком важном математическом объекте, который называется разбиение. Значит, что такое разбиение? Ну, они у вас, во-первых, на лекции были, разбиения? Да, были. Отлично. Давайте вспомним, что мы помним про разбиение. Ну, сейчас я только где-нибудь найду чистую бумажку. Угу. Вот, например, здесь. Итак, что мы помним про разбиение? Сейчас я еще одну сделаю. Необходимое действие. Вот, отлично. Ну, разбиением числа n, называется его разбиение в сумму k1 плюс, итак, ну или лучше n, наверное. n1 плюс nk слагаемых, где все n-иты больше нуля. Ну, мы можем считать, что в разбиении участвуют вообще все номера от единицы до n, но тогда соответствующие слагаемые будут нулевыми. Ну вот, это разбиение. Хотелось бы, да, ну, во-первых, какие бывают разбиения? Ну, можно, например, в качестве первой задачи спросить следующий вопрос. Посчитать количество всех разбиений числа n в не более чем k слагаемых. Вот вам на лекции формулу объясняли такую? Да. Помните в чем? Помните эту формулу? Давайте вспомним. Мы там фиксировали сначала число k, то есть мы смотрели, сколько будет из ровно k. Да, и сколько их будет? Это тоже хорошее число, и сколько их будет? Чему префикс? Пусть k это точное количество слагаемых. Помните, чему равно соответствующее число разбиений в ровности в k слагаемых? Кто-нибудь помнит? Максим, вы помните? При разбиениях же у нас порядок не важен, да? Не важен, совершенно. Подождите, не важно, да? Нет, не важно, конечно. Ну, при перестановке слагаемых сумма не меняется, поэтому что ж он будет важен. Ну, вот и кто-нибудь помнит формулу? Просто, по-моему, на лекции мы там сказали там про разбиение на единицы, там, двойки, что такое? Но... Да, ну давайте вот вспомним. Вот, предположим, мы хотим, чтобы все n-иты были равны единице. Сколько существует разбиений числа n? Подождите, у нас же вопрос был на k слагаемых, а не то, что каждое слагаемое больше или меньше. Ну, просто, просто вот Вероника вспомнила про то, как вам на лекции рассказывали, к этой задаче можно подходить по шагам. То есть первый шаг. Давайте разберемся, как можно разбивать число n в слагаемое
не превосходящие, скажем, фиксированного k. Ну, давайте я это число тоже как-нибудь обозначу. Значит, кстати, оно будет на самом деле тем же самым числом, если я правильно понимаю, nk. Давайте я временно поставлю число k наверху, чтобы не путаться с предыдущим. Итак, при k равном единице, сколько существует способов разбить число n в слагаемой непревосходящей единице? Ну, ясное дело, только одно, да? Это будет 1, это соответствует сумме единиц с собой n раз. Теперь пусть k равно 2. Чему равно соответствующее число разбиений данного числа n не более чем слагаемое, которое не более чем 2. Ну, мы смотрели сначала, как мы можем просто в двойке разбить. Так. Ну, если это четное число, то его одним способом можно. Если оно четное, нулем. Значит, четное, совершенно верно. И ноль, если нечетное. Так. Ну, в сумме как-нибудь ответ можно записать в компактной форме? Или нужно более использовать машинерию, нужно какую-нибудь более индустриальную использовать? Потому что дальше же будет k равно 3, 4 там и так далее. Ну, кстати, а k равно 3, вот, если мы разбиваем в тройке. То есть вот тут не совсем правильный ответ. Это имеется в виду, что это число для разбиения в ровности в двойке. А вот теперь давайте решим вот эту задачу. Сколько существует разбиений в не более чем 2 слагаемых? То есть, если все единицы, то одно, если все двойки, то одно, а если разрешить единицы и двойки, то сколько будет? Нам вроде будет целая часть от n делить на 2. Целая часть от n, то есть вы... Ага, давайте проверим. Очень хорошо, есть гипотеза, целая часть от n делить по 2. А я предлагаю, может быть, с самого начала немножко по-другому подойти. Писать сразу порождающую функцию для этих чисел. Давайте, значит, тут я все-таки знак равенства сотру, потому что это неправильно. Это разбиение только в двойке. А я хочу, чтобы вот это число pk было разбиением слагаемой непревосходящей k. То есть вот такого типа. Ну, давайте я напишу производящую функцию pkn на x степени n. И как я могу эту производящую функцию представить? Ну, заметим, что для каждого числа n разбиение, как мы договорились, в одни единицы всегда равно единице. Поэтому если представлять эту функцию как бесконечное произведение, то здесь будет вот такое слагаемое. Правда? Этот ряд, он в ровности будет состоять из единицы плюс x плюс x квадрат и так далее. То есть при каждой степени x, которая символизирует собой наше число n, коэффициент будет единица. Ну, что согласуется с нашим результатом. Теперь, если бы я просто считал двойки, то какое мне нужно написать выражение для вот этого числа? Для вот этого числа. 1 зеленый на 1 минус x квадрат. Совершенно верно. 1 минус x квадрат. Ну, а теперь сделайте следующий шаг. А как теперь мне посчитать и двойки, и единицы? Ну, перемножить. Перемножить, совершенно верно. И тогда суммарное выражение... А вы видите мой iPad, да? Потому что я его что-то потерял. Видите, да? Все нормально. Ну, да, видно. Хорошо. Тогда если мы здесь перемножим и будем собирать степени при x, собирать степени n при x, то как раз коэффициентом и будет разложение в ровности, как вот здесь вот описано. Разбиение, в которых слагаемые не превосходят 1 или 2. Ну а теперь
Как дальше-то? Давайте закончим, Вероника. Это же ведь не все, это только разбиение в единицу, в непревосходящие 1, непревосходящие 2. А дальше что еще? Ну, дальше можно писать там 1 деленное на 1 минус x кубе и так далее. Да, то есть будет такое произведение. Единица поделить на единицу минус x в степени k. И по всем k больше либо равным единице. Ну, такое бесконечное произведение, да, но с ним не страшно, правда, потому что, когда начинаем раскрывать, ну, вот, собственно, равенство же написано, когда мы начинаем в этом бесконечном произведении скобки раскрывать, у нас никогда при одной степени икса не накопится бесконечное число слагаемых. Поэтому это вполне себе определенное произведение, хорошо. И с ним можно работать. Проблема была бы, если... Подождите, нет, неправильно написали. Нам там произведение заканчивается на К. Оно не бесконечное. Я, с другой стороны, если вы посмотрите, что написано в левой части, то у меня... Ну, там же бесконечно, ну, то есть слева же сумма, она бесконечна. А, извините, я понял, что Максим... Я прошу прощения. Произведение здесь, конечно же, поскольку не выше, чем k, то мне тогда нужно поменять индекс. Вы правы. Вы совершенно правы. Мне нужно поменять индекс L, и тогда будет от L меняться от единицы до k. Вы это говорите, да? Ну да, да. В этом и смысл, что у нас конечное получилось выражение... Совершенно верно. Но, с другой стороны, ничто нам не мешает здесь рассмотреть сумму и по n, и по k, то есть такую общую производящую функцию. И тогда можно k убрать, верхнюю границу k убрать и заменить ее на бесконечность. И у вас будет такая большая сумма. Понятно, очень хорошо. Значит, разобрались вот с такой задачей, следовательно. Значит, производящая функция для чисел kn, kn, единица до бесконечности x степени n, это произведение по l от единицы до k, единица поделить на единица минус x степени l. Очень хорошо. Ну вот, значит, давайте я еще такой удобный язык вам предложу. Разбиение. Вот в k слагаемых, как я изначально сказал, можно рисовать следующим образом. Ну, считаем, что не только все n и t больше нуля, но еще считаем, что эта последовательность не убывающая. То есть n1. То есть не возрастает. Как это? Не возрастающая. Да, n1 больше, чем n2, больше либо равно, чем n3 и так далее, больше либо равно, чем nk. То есть n1 самое большое, ну или среди самых больших. И тогда что можно, какую картинку можно в соответствии такому разбиению нарисовать? Помните, диаграмма на лекции вам? Юнга. Совершенно верно, диаграмма. Кстати, эти диаграммы называют иногда то диаграммой Юнга, то диаграммой Ферриса. Вот вы разницу знаете? Я, честно говоря, думаю, придумал первый Феррис, а Юнг изучал не сколько диаграммы, сколько таблицы. Вот мы про таблицы говорили. С каждой диаграммой Юнга можно связать такой важный комбинаторный объект, это количество таблиц или заполнение этой диаграммы числами так, чтобы по строкам и по столбцам там они возрастали или убывали. В общем, это такой важный. Ну хорошо, пусть будет Юнг. Так. И вот видите, сейчас мы хочу вам обратить ваше внимание на маленькое чудо. Казалось бы, я ничего не сделал, да, разбиение просто изобразил графически. Но теперь, как это всегда бывает, в каждом мире алгебры или геометрии есть свои операции, которые на другой стороне в общем-то и не очевидны вовсе. Вот, например, на множестве диаграмм Юнга есть такая операция. Можно выбрать главную диагональ и относительно этой диагонали диаграмму Юнга отобразить. Что получится?
Ну, тогда первая строчка перейдет в первый столбик, вторая строчка перейдет во второй столбик, а третья строчка перейдет в третий столбик. Получится такая, тут на моей картинке, она, давайте я ее желтым. Вот получится вот такая диаграмма, которая исходной диаграмме, которая была голубая, вот. Опс. Исходной диаграмме. Не так. Которая для исходной диаграммы называется сопряженной. Ну, наверное, conjugate, как по-русски. Вам говорили, как по-русски назвать эти две, желтую и голубую. Это сопряжение нам, какой термин используется? У нас лекция англоязычная. Симметричная диаграмма это называется, в принципе. Как? Симметричная диаграмма. А, симметричная, хорошо. Просто по-английски вроде conjugate, если правильно помню. Ну хорошо, симметричная. Значит, каждой диаграмме гамма я могу сопоставить гамма С, это симметричная диаграмма. А в чем же чудо, как вы думаете? Ну, давайте теперь на это посмотрим с точки зрения разбиения. У нас было разбиение там в слагаемые не больше, чем К, а теперь у нас разбиение в не больше, чем К слагаемых. Отлично, отлично, совершенно верно. И поэтому, значит, слагаемые, которые, разбиение в слагаемые, которые не больше, чем К, мы обозначали вот так, а разбиение в не более чем К слагаемых мы обозначали вот так. Ну, а теперь совершенно очевидно, что эти два числа одинаковые, никакого смысла разные обозначения для них вводить нет, поэтому мы можем использовать одно там, сверху или снизу. Вы видите мой iPad, да? Потому что я его перестал видеть, и меня это немножко... Да, мы все видим. Отлично. Вот, и я тоже вижу. Хорошо. Видите, ну как, согласитесь, чудо, да? Потому что, ну, видимо, это и так можно было, конечно, алгебраически увидеть, но на картинке это просто абсолютно очевидно. И очень элегантно. Поэтому такое неожиданное сочетание геометрии и алгебры, оно всегда очень полезно. Ну, а отсюда возникает естественным образом очень важный комбинаторный объект. Ну, как там в алгебре, у вас бывают операторы, бывают сопряженные операторы. Они, конечно, важны, но это пара. Но бывает среди этих пар особое подмножество пар, так называемые самосопряженные операторы, или симметрические. Ну, там в терминах матриц, например, это симметрические матрицы, и они образуют очень важный класс матриц, свойства которых порой очень неожиданно. Вот можно я вас спрошу, какое самое удивительное свойство симметрических матриц вы знаете? Ну или какое-нибудь важное, какое-нибудь свойство симметрических матриц вы знаете? Максим, какое ваше любимое свойство симметрических матриц? Ну, что их считать легко, там, одно посчитал цифру сверху диагонали, и симметричную ей сразу посчитал автоматически. Ну, это определение симметричности, а свойства? Вот что вы знаете про свойства? Что им квадратичные формы соответствуют, например. Да, это важное свойство. Ну, вот давайте, ну, квадратичные формы, это, видимо, уже высшая математика, а давайте пока элементарные. Вот собственные числа матрицы вы же знаете? Ну да, да. Что она, у нее Жорданова форма состоит из единичных чисел на диагонали, что ли, так? Ну почему? Бывают вот это, возьмите, да, это неправда. Возьмите любую диагональную матрицу, она симметрична. А ее собственные числа какие хотите? Нет, ну в смысле, что у нее Жорданова блоки все единичны. Ну это хорошо, то есть она... Единичной длины вы имеете в виду, да? Ну да, да. Ну, просто клеточки. Просто клеточки. То есть, другими словами, матрица диагонализируется.
Но этого мало. Какое алгебраическое описание вы знаете у собственных чисел матрицы? Как их находить? Это корни характеристического многочлена. Очень хорошо. Это корни характеристического многочлена. Ну а если у вас многочлен характеристический с вещественными коэффициентами, у него какие корни, как правило? Комплексные. Поэтому это чудо, если вы вдруг написали многочлен с вещественными коэффициентами, и у него оказались вещественные корни. Так тоже бывает. Правда? Ну так вот. Так что же, помните, какая теорема про собственное значение симметрических матриц? Ну да, они как раз, по-моему, вещественные. Они что? Но они точно не комплексные, они вещественные. Совершенно верно. У симметрической матрицы все собственные значения, ну, если матрица, конечно, была вещественная, все собственные значения вещественные. Теперь вдумайтесь в чудо, которое мы наблюдаем. Ведь напишите вы абы какой многочлен от балды. Скорее всего, у него будут комплексные корни. Ну, или, по крайней мере, часть комплексных корней. Правда? Вот так вот наугад взятый многочлен, с чего вдруг он обладал вещественными корнями. И если вас попросить написать условия на многочлен, когда у него вещественные корни, то, я думаю, никогда ничего короткого и внятного не получится. Будет какая-нибудь сложная процедура, там типа процедуры Штурма. Ну, в общем, есть такие критерии, но они очень сложные. А тут выясняется, что для того, чтобы получить многочлен, у которого корни вещественны, всего лишь нужно написать симметрическую матрицу, и у нее характеристический многочлен. Мне это представляется абсолютно удивительным обстоятельством. А вот вам как, Дана? Давайте поделимся мнением. Вам кажется это удивительным? Да, удивительно. Абсолютно, правда? Ведь просто себе обеспечить запас многочленов вещественными коэффициентами и вещественными корнями такой простой процедуры, это... И, кстати, вы, наверное, на алгебре вам доказывали эту теорему, да? Доказывали? Вот, Вероника, скажите, вам доказывали эту теорему на алгебре? Если честно, я не помню, но как будто я ее где-то видела когда-то. Но я на виде доказательства не помню. Ну, ее доказывают вам на первом курсе, насколько я понимаю, но в связи с так называемыми эрмитовыми операторами. То есть доказательство очень простое, если вы перейдете от вещественных матриц к комплексным. И тогда доказательство действительно тривиально, но там сильно используются свойства комплексного векторного пространства, в частности, особая форма на нем, особое скалярное произведение, которое называется эрмитовым скалярным произведением. Оно необычное, не то же самое, что и Евклид. Вот. А вот доказательство этой теоремы просто в рамках вещественных матриц я не знаю. Ну, то есть, может быть, знаю, но оно непростое. А казалось бы, факт должен из чего-то элементарного следовать, потому что для его формулировки никакой высокой науки не надо. Но тем не менее, теперь мой iPad сдох, и я его еще раз перезапущу, и мы обсудим еще одну задачку. Так что... Очень хорошо. Ну так, собственно, я говорил про симметрические многочлены, потому что сейчас я буду говорить про симметрические диаграммы Юнга. То есть вот у нас теперь есть понятие, значит, диаграммы Юнга, отраженные относительно диагонали, такой сопряженной к исходной диаграмме Юнга, она вот здесь желтым нарисована, если исходная была голубая, ну и наоборот. Ну а теперь давайте обсудим такую задачу. Найти количество симметрических диаграмм Юнга
Ну, надо выбрать какой-нибудь параметр, да, у диаграммы Юнга. Естественный параметр – это количество квадратиков в ней. И она будет, кажется, называться длиной диаграммы. По-моему, это вес, ну, может... А, вес, да, хорошо. Да. Хорошо. С фиксированным весом. Ну, а в терминах разбиения это не что иное, как вот это число n, которое мы разбиваем, да. Ну, решали вам такую... Ага. Нет, не решали, но я могу сказать, что такое симметрические диаграммы. Давайте. Это разбиение числа в различные нечетные слагаемые. Отлично. Объяснить можете? Да, в общем, нарисуйте диаграмму симметричную. Так, вот я рисую самую простую симметричную диаграмму. Ну, здесь она вообще какая-то... Ну, то есть, здесь это как-то совсем тривиально, то есть, я не знаю. Ну, в общем, там нужно будет разбивать... Начнем с простого. И что с ней можно сделать? Там нужно разбивать на такие буковки Г. Вот. То есть, если вы еще что-нибудь пририсуете... То... Не, ну хорошо, просто а какое разбиение в нечетное слагаемое соответствует вот такой диаграмме? 3 равно 3. 3 равно 3, совершенно верно. Мы ее просто вытягиваем в строчку. Ну и, может быть, теперь сразу объясните, а почему важно нечетное число? Почему четное не подойдет? Ну... Потому что, ну, просто вы не нарисовали, и там не видно. Вот когда вот можно нарисовать эту диаграмму, разбить ее как бы на такие буковки Г, и они все нечетные будут. А давайте... Сейчас, на нечетные, но там они должны быть, что ли, все разные, чтобы не было перекрытия. Я сказала, на различные, нечетные, слагаемые. На различные, нечетные, слагаемые. Ну, так все-таки смысл нечетности вот в этой картинке можно увидеть? Ну, да, потому что, ну, вот мы же видим, что у нас вот есть вот это посередине клеточки. Совершенно верно, совершенно верно. Нечетность важна в ровности поэтому, потому что у всякой нечетной строчки, строчки нечетной длины, есть средняя клетка. И можно просто эту диаграммку переломить пополам в этой средней клетке. А тогда, как вы хотели наверняка, чтобы я нарисовал что-нибудь более сложное, ну, давайте я нарисую более сложное. Вот такое сложное. Да, только может быть. Может быть, что? Мы же хотим вроде симметричное. Да, я очень стараюсь нарисовать симметрично, просто не все сразу. Вот теперь симметрично? Вот, да. Ну, давайте теперь вашу процедуру. Так, подождите, симметричная или она? Нет, она все-таки не симметрична, надо еще добавить вот эту, да? И тогда одну стереть. Да. Вот. Теперь понятно, как действовать. По вашей методике мы начинаем разбивать ее на буковки Г. Поскольку она симметричная, давайте возьмем... Где там у нас? Нет, опять что ли она у меня не симметричная? Да, она же опять она не такая. Ну, художник-то из меня так тот еще. А, понял, что нужно сделать. Нужно вот эту убрать, а, соответственно, вот эту добавить, да? А тогда здесь я еще добавлю. Вот, теперь точно симметрично, да? Ну вот, нужно провести диагонали и взять самую последнюю точку на диагонали. Да, а теперь просто брать и отщеплять эти буковки Г. Например, вот это. И вот это. Очень хорошо. Ну, а в терминах разбиения это что означает? Давайте еще раз сформулируем. Ну, вот мы видим, что каждая буковка Г нечетная. Это раз. Да, то есть, значит, разбиение числа N в сумму нечетных различных слагаемых. А, это то же самое, что разбиение числа N во что? Какая вторая интерпретация? Сейчас, мы же объект в диаграмме Юнга строим. Ну, вот... Количество симметрических диаграмм Юнга веса n. Очень хорошо, это мы заметили. А в терминах разбиений можно как-нибудь это сказать?
Можно для них произведяющую функцию написать? Я не знаю, против чего. Ну, давай на нашу картинку посмотрим. Вот эти желтые крюки. Что про них можно сказать? Можем мы встретить случайно два крюка таких одинаковой длины? Нет. Какая научная гипотеза, следовательно? В какие разбиения? Максим, что вы думаете? В какие разбиения? Слушайте, ну все уже сказали. Что Вероника все сказала. Различные, ничего. Почему различные? Потому что если две одинаковых встретятся, то их нельзя упорядочить, тогда одно будет торчать как бы из другого. Это я понимаю. Но вот я теперь... Вот эту часть, то есть половину этого тождества мы интерпретировали в смысле разбиения. Это разбиение числа в нечетное слагаемое. А вот это каким разбиением отвечает? Что это-то? Ну вот как вот можно как-нибудь вот эти симметрические диаграммы можно как-нибудь эти симметрические диаграммы извините, я понял, нечетное разбиение числа n в сумму с нечетными частями. Я прошу прощения, я вас запутал. Ну, это есть различные нечетные слагаемые. Да, вот разбиение с числа n в сумму с нечетными частями. Просто я не понимаю терминологию, что такое части суммы. Вот что такое слагаемое, я понимаю. Тут ну, просто слагаемые, да. Вот эти вот слагаемые, да, слагаемые. Да, значит, сумму нечетных слагаемых. Да, я вас запутал, прошу прощения. Это то же самое, что симметрические диаграммы Юнга. А теперь я хотел бы написать порождающую функцию для вот этого разбиения в сумму нечетных слагаемых. Ее, наверное, можно легко теперь написать, да, из того, что мы знаем. Какая порождающая функция будет для такой? 1 плюс s, 1 плюс s в кубе на 1 плюс s в пятой и так до бесконечности. Да, если это как дробь записать? Как произведение дробей. Произведение 1 плюс s в степени k для всех нечетных k. 1 минус x в степени 1, 1 минус x в степени не минус, а плюс. Нет, я сказала по-другому. Вы сказали по-другому? Да. Повторите как. Я сказала 1 плюс s умножить на 1 плюс s в кубе, умноженное на 1 плюс s в кубе. Понял, что вы сказали. Значит, 1 плюс s, 1 плюс s в кубе. Вот сейчас уже мы не видим, что вы пишете. Ага, опять жду. Сейчас, одну секундочку. Один плюс s. Какой в седьмой, да? То есть в пятой будет потом, видимо, да? Да. Я говорю по всем дальше нечетным степеням. Такое вот, да. Хорошо. Хорошо, что-то мне тут не очень нравится. Ну вот, посмотрите, там на коэффициент при S.
Это еще хорошо. Да. Нет, вы, конечно... Ну, то есть у нас же ведь... А с другой стороны, давайте посмотрим на то, что я пытался написать. А что вот будет вот такая функция порождать? Если я возьму произведение вот таких вот дробей. Это разбиение просто на нечетные слагаемые, не обязательно различные. Да. Понятно. Вот тут я и запутался. Тут я и прошу извинения. То есть я имел в виду обсудить теперь вот эту формулу. А я ее стал обсуждать в связи с симметрическими диаграммами, что было неправильно. Отлично. То есть про разбиение, про симметрические диаграммы и разбиение в нечетные слагаемые различные мы поняли. А теперь вот давайте посмотрим вот на эту формулу. Ту, которую нам Вероника сказала, я пока сотру. И досмотрю вот это произведение. Ну, там можно до какого-нибудь числа k. Совершенно очевидно, что по предыдущим рассмотрениям это порождающая функция для числа разбиений. Число разбиений n. В нечетное слагаемое. Не обязательно различное. Так. У этой функции есть очевидная обратная, правда? Но функция такая, вот я там зафиксирую число n, да, то есть нечетное, да. Вот у меня будет такое произведение. Есть очевидная обратная, а именно единица, ну, то есть, если это была функция фи, то будет такая функция пси, что на фи я ее умножу и получу единичку. А теперь давайте попробуем решить следующую задачу. А как еще можно интерпретировать, может быть, про обратную функцию я пока рано сказал, как еще можно интерпретировать разбиение числа n в нечетные слагаемые без условия на то, что они различны? Вам на лекциях такое не говорили? Да, говорили. Это интерпретируется как разбиение n в просто различные слагаемые. Отлично. А давайте напишем, с другой стороны, вот следуя предложению Вероники, разбиение, производящую функцию для разбиения числа n просто в различные слагаемые. Вероника, как вашу формулу модифицировать, чтобы теперь вот эту задачу решить? Это будет 1 плюс s, в смысле различные, да? Да. Ну, различные это 1 плюс s на 1 плюс s квадрат. Если там вы не знаете, я буду x писать, ладно, чтобы как там было. А, ой, да, конечно. 1 плюс x на 1 плюс x квадрат и так далее. Отлично. Ну вот, а как увидеть, что это две одинаковые функции? Они вообще должны... Угу. Да, можно же написать. Скажите, что написать? Вот мы написали две формулы, которые, казалось бы, друг на друга не очень похожи, да? И утверждаем, что они одинаковые. Да там просто надо внести, вот, например, в первую формулу внести как множители 1 минус x квадрат делить на 1 минус x квадрат и так далее. Вот все такие... Угу. И понятно. Там потом сократится, получится вот то же самое, что внизу. Да, давайте мы это сделаем. Ну, просто этот фокус такой известный. Опс, я его напишу. Единица минус x. Единица на единица минус x в кубе. Единица на единица минус x в пятой. Что здесь пропущено, это единица минус x в квадрате на единица минус x в квадрате. Вот я вас правильно понял, да, Максим? Ну да, да. Единица минус x четвертый на единица минус x четвертый. Ясно, что ничего не изменится. Однако, теперь произойдут сокращения всякий раз. Здесь сокращение. Соответственно, где еще? Так, что-то я это в шестой, наверное. Не-не-не, надо теперь разнести эти, там где четные степени, разнести как раз квадратов их. В каждом месте. Нет, я имею в виду...
Я имею в виду, что да, это я понимаю, только я, наверное, неправильно написал здесь четверку, или я правильно написал здесь четверку? Да, правильно, правильно. Хорошо, тогда диктуйте, как это сделать. Значит, я разнесу единица минус х на единица плюс х, поделить на единица минус х и на единица минус х в квадрате. Так. Ясно, что это сократится. Очень хорошо. Что дальше будет? Дальше напишите 1 минус х квадрат на 1 плюс х квадрат. Ну, все хорошо. А что вот с этим вот будет единица минус х кубик? Куда оно денется? Оно из следующего сократится, там, где 1 минус х шестой. Там... О, очень хорошо, очень хорошо. Я поэтому и немного волновался. Значит, теперь я могу написать здесь единица минус, ну, четвертую степень, единица минус х четвертой разложить, а тогда у меня здесь опять-таки будет единица минус х в четвертой. Так, и что тут? Вот мы уже набрали два нужных нам слагаемых. Сомножители. Первый и второй, да? Теперь, а вот этот вот с чем сократится? Ну, понятное дело, он сократится вот с этим, да? Ну, и дальше так вот все и выровняется хорошо. Что все, весь знаменатель очистится, и останутся в числителе только вот такие вот выражения. Очень хорошо. Вот, пожалуйста, вам алгебраическое доказательство той формулы, что, разбиение в нечетное слагаемое и разбиение в различные слагаемые – это одно и то же. Так, вопросы есть? Ну, хорошо. А теперь, как я и хотел, я хочу вспомнить про обратную функцию. Вот, следуя Эйлеру, я напишу такую общую производящую функцию по всем n для разбиений, как мы вот как мы это обсудили. А теперь у нее есть обратная функция, такая, что если я умножу, ее на исходную, то я получу единицу. Это обратная, не в смысле функции, это такая, как это по-английски reciprocal называется, а по-русски тоже обратная. Ну, в общем, короче, их произведение равно единице. Ну и вот. А знаете, как разложить это бесконечное произведение в ряд? Да. Что получится? Ну, для этого же у нас тождество Эйлера есть, ВП. Да, ну вот напомните мне его, какое? Вам явно, ну, то есть там про, сказать про коэффициент приезда, просто как оно выглядит. Ага. Ну, там будет, видимо, сумма бесконечная, да? Там пусть по m от единицы до бесконечности, потом что будет? Ну, да, минус единица в степени m на... x в степени 3m в квадрат минус m пополам плюс x в степени то же самое, только с плюсом. Отлично. Здорово. Ну и там еще плюс 1. Вот. Да, конечно. Первое слагаемое это единичка. Сейчас я это запишу. Ну и вот, тоже удивительная формула, да, казалось бы, перемножаем, а никаких коэффициентов, кроме нулей, единицы, минус единиц, не получаем. Ну а как из этой формулы получить рекурсию на количество разбиений, вы знаете? Нет. А, вот, а, я поняла, да, там как раз это из обратной, да. Да, тогда знаю. Ну, а помните эту рекурсию? Да-да-да, количество разбиений — это pn-1 плюс pn-2 плюс минус pn-5 минус pn-7 и так далее. Да, да, вот я давайте напишу просто несколько. У вас потрясающая память, вы все это помните, а я хоть нет, и готов... Нет, я с книжки читаю, дети. А, вы с книжки читаете. Ну, хорошо, а я даже с книжки читаю. Давайте я напишу просто парочку первых. P от 6 будет равно P от 5 плюс P от 4
минус p от единицы. Рекурсия длины 3. А вот уже p от 7 будет равно, соответственно, p от 6 плюс p от 5 минус p от 2 и минус p от 0. Видите, длина рекурсии увеличивается. И, естественно, ожидать, что для произвольного n, просто глядя на эту формулу, вот на это произведение и на эту формулу, приравнивая коэффициенты, ну, поскольку, как правило, в произведении рядов длины сумм в коэффициентах растут, мы будем наблюдать вот такую вот картину, что никакой фиксированной длины рекурсии нет. Она все длиннее, длиннее, длиннее. Ну, что подтверждает нашу теорию, которую мы уже обсуждали, что если бы была фиксированная длина рекурсии, то мы бы имели дело с рациональной функцией. А то, что написано здесь, это бесконечное произведение, ни в каком смысле не рациональная функция, даже более того, в самом прямом смысле трансцендентная функция, даже очень трансцендентная функция. А, кстати, знаете, вот какие степени вот у этой функции, сейчас я вам скажу, вот у этой функции, какие интересные степени. Ну, вот сама она интересная, а квадрат ее интересный. А куб? Или вообще изучал другие степени? Ну ладно, тогда скажу. У нее несколько интересных степеней, но самое удивительное, у нее очень интересная степень 24. Вот это, если эту функцию возвести в степень 24, то получится еще более интересная функция. Знаете про такую? Нет. Значит, это такой пример того, что называют модулярная форма. Это функция, которая инвариантна относительно очень замысловатого преобразования координат. Ну ладно, хорошо. Но просто Эйлер изучал, он, вот если мне память не изменяет, он заметил, что первая степень очень интересная. По-моему, квадрат ничего такого особенного на него не произвел впечатления. Потом еще какая-то степень. Но вот 24, когда он написал 24-ю степень, это же вы представляете, в те времена без компьютера, какая у человека должна была быть интуиция, чтобы догадаться, что 24-я степень интересна. Ну и теперь эта 24-я степень от этой функции один из самых популярных объектов математики. Так что вот. Хорошо. Ну вот, обсудили рекурсию между числом разбиения. А теперь давайте я хочу еще немножко поиграть с этими разбиениями, а именно попробовать записать порождающую функцию для числа разбиений. Вот эту вот. Как ряд. Можно это записать как ряд? Как бесконечную сумму. Вот здесь у меня бесконечное произведение, а я хочу записать бесконечную сумму. Есть какие-нибудь мысли? Ну, одна мысль, да, вот тут же у нас есть формула Эйлера. И она дает ряд для обратной функции к разбиению. И этот ряд начинается с единицы. А это что означает? Максим, что это означает? Что именно? Что вот этот ряд начинается с единицы. Но это же плохо, потому что когда мы определили что-то обратную функцию, по-моему, у нас нулевой должен был быть свободный член. Нулевой. То есть наоборот, так вот, наоборот не нулевой. Наоборот же не нулевой. Совершенно верно. Вот, видите, а вы... Так, ну повторите, пожалуйста. Так что же, используя... То есть один способ получить выражение в виде бесконечной суммы для порождающей функции или производящей функции для разбиения, это просто взять формулу Эйлера. Вот эту. И поделить единицу на нее.
такое смелое решение. Да? Единица поделить вот на это. Единица плюс там бесконечная сумма. Прошу прощения. А дальше вот в скобках там что стояло, то и стояло. Когда такое деление возможно? Ну вот нам подсказывают. Такое деление как раз возможно, когда ряд начинается с обратимого элемента. Ну вот, слава богу, единица. То есть тут-то будет стоять ряд от x, тут будет x в какой-то там степени сложно. Но поскольку ряд начинается с единицы, то деление возможно. А как делить? Ну так и делить. Прям столбиком. Изничтожаете постепенно все степени x, чтобы разделилось. Ну вот какой будет первый коэффициент у этой дроби? С чего она будет начинаться? Вероника, с чего она будет начинаться? А? С единицы, может. С единицы. Ну, конечно. А как еще можно, начать деление столбиком? Ну, вот вы умножили делимое на единицу, вычли из того, что делите. То есть, не делимое, как это называется? Частное, что ли? На единицу вычли из того, что делите. И что останется? Ну, останется... Вот весь этот хвост с минусом. Теперь он начинается там с какой-то минимальной степени x. Но здесь у вас единица, поэтому можно эту минимальную степень x с соответствующим коэффициентом домножить, и дальше будет расти такой ряд. То есть никакой разницы в делении такого типа между с делением чисел нет. Просто делите всякий раз, заботьтесь о том, чтобы избавиться от остатка. Ну и поскольку этот коэффициент обратим, то никаких проблем у вас в выполнении этой процедуры не будет. Так все и разделите. Единственное, что у вас получится в результате не полином, а ряд. Ну так это и понятно, если вы на ряд делили, то получится ряд. Ну так вот, разделили, но как-то счастье это не добавило. Да? Сложный ряд получился. Согласитесь, потому что этот ряд тоже был сложный. Сейчас, если я начну делить, так сразу и не скажешь. А может быть, есть какой-нибудь попроще способ? Попроще способ это бесконечное произведение записать. Вот мы тут с самого начала обсуждали такой момент. Можно для фиксированного количества слагаемых написать порождающую функцию. Вот, допустим, я зафиксирую k. Я хочу написать для всякого n количество разложений n фиксированную сумму k слагаемых. Максим, получится такую написать функцию? Это будет какая-то будет функция, я не понимаю, честно говоря. Ну, мы раскладываем число n. В k слагаемых. В ровности в k слагаемых. K фиксировано, а n теперь меняется. Ну, вот я ее как-нибудь обозначу, как раньше. Pk. Ну, наверное, pk нехорошо. Vk. И напишу порождающую функцию. Какая у нее будет формула? Сейчас, ну, разложить там число n в k слагаемых, это то же самое, что разложить число n минус k в не более чем k слагаемых. Поэтому можно от этого идти, например. Можно. А может быть, можно подумать, может быть, можно использовать уже то, что мы сделали. Вот мы разбивали число в не более чем k слагаемых. А может быть, можно это как-нибудь использовать, чтобы
разбить в касла. Там разность не более чем k и не более чем k минус 1. Вычесть одно из другого будет ровно k. Значит, какая формула вы говорите? Ну, вычесть друг из друга два числа. Такие. Количество разбиений не более чем k слагаемых, количество разбиений не более чем k минус 1. А, очень хорошо. Вот то, что у нас было p, k, n и вычесть p, k, n без единиц. Да? То есть p, k без низ n. Вот это вы говорите, да? Я правильно вас понял? Ну да, да. Так, хорошо. Ну а теперь на уровне производящих функций. А что нужно сделать? Ну, мы знаем эту, мы знаем эту производящую функцию для ПК. Да, она, надо... какая? Она была какая? Единица минус х, единица минус х в квадрате и так далее. До чего? Единица минус х в какой степени. Так, хорошо. Так. А это какая была? Ну, это, соответственно, было то же самое, только там было поменьше сомножителей, да? Так, ну и что? Да, да. И не, что да, k минус 1. И надо вычесть просто одно из другого, и все. Да, и что получится? Ну, к общему знаменателю можем привести? Можно вынести все от 1 делить на х до 1 делить на... Ну да, это то же самое. 1 делить на х, х к минус 1. Ага. 1 минус х к минус 1, да. А будет 1 минус... 1 минус х в степени k, я так понимаю. Нет? Да, да, все правильно, все правильно. И что получится? Просто х в степени k. Х в степени k на это произведение. Очень хорошо. Значит, смотрите, разбиение, как мы говорили, разбиение числа n в не более чем k слагаемых, это означает, что в диаграмме Юнга соответствующие, у нас было k строчек, да? А разбиение, симметричная ей диаграмма? Будет отвечать разбиением, в котором слагаемое не больше, чем k. Вот, поэтому вот это выражение, для, когда k фиксировано, на него можно смотреть, если вы все интерпретируете вот так, как на максимальную длину строки. В частности, если у вас была диаграмма из одной строки длины k, то можно приписать вторую переменную сюда и получить уже функцию от двух переменных. Это тоже такой в комбинаторике стандартный фокус, что мы домножим это на y в степени k и на y в степени k. То есть мы будем взвешивать теперь каждое разбиение переменной y в той степени, которая отвечает длине соответствующей строки. Ну вот, и напишем тем самым порождающую функцию от двух аргументов. Подождите, зачем второй аргумент? Я не понял, подождите. Ну давайте, зачем? Это сложный вопрос. Просто в картинке есть две данных, два типа данных. Одно дело просто строка, вот вы на нее смотрите, да? А с другой стороны, у этой строки есть длина. Ну вот я хочу этой строке, вот у меня была одна строка,
Я не понял тип данных, просто строка. Если у строки не дана длина, то не дано ничего. Нет, если у вас все разбиения, которые состоят из одной строки, то они все вот так вот выглядят, да? Но они все разной длины. Поэтому я хочу взвесить каждую строку еще. Переменная Y, которая вдруг в ровности будет говорить мне, какой длины строка, с какой длиной строки я имею дело. В частности, если я положу экран на единицу, то я просто получу то, что было. А так вот лишняя данная. Это такая, ну как, если... Ну вот давайте просто посмотрим, что получится. Теперь я буду суммировать. Выражение вот такого вида. А можно спросить, зачем мы написали ПК минус ПК минус 1? А это, как нам объяснили, в ровности количество разбиений с в точности К слагаемым. Сейчас, почему так? Ну, потому что вот это число считало количество разбиений с количеством слагаемых не более чем k, а это не более чем k без единиц. Поэтому разность даст в ровности вот это. Это в точности разбиение с k слагаемым. На языке диаграмм это означает, раз k слагаемых, то это в точности диаграммы Юнга, у которых фиксировано количество строчек. А в картинке симметрично это те диаграммы, у которых максимальный элемент разбиения равен k. Ну вот. И теперь я хочу просуммировать вот такие вот числа. Написать для них производящую функцию. Что значит? Извините, пожалуйста, я так и не понял все ваши слова. Зачем Y и что означает Y? Что это за лишние данные? Ну, еще раз вам говорю. Вот когда у вас разбиение с одной строкой, у этой строки может быть разная длина. Но вот эту длину я отражу У этой строки может быть только одна длина, потому что разбиение n в одну строку, у этой строки длина n. Ну, вот это я еще и взвешиваю. Переменная y. Когда k равно единице, у меня есть очень много строк. Правда? Вот я их тут несколько нарисовал. И теперь эти строки, на эти строки я буду смотреть как с точки зрения производящей функции. Это будет y, единица плюс y. Когда k за что отвечает? K отвечает за количество слагаемых. Как может быть много строк, их k? Если равно единице, она одна. Подождите. Мы сейчас говорим про строки. Я взял одну строку. У нее, как вы верно строка говорите... Чего? Строка чего? Диаграммы? Строка из квадратиков. Ну, диаграммы, да, конечно. Диаграмма разбиения числа n. Ну, подождите про разбиение. Я пытаюсь обсудить очень естественную идею, которая, я уверен, вам понравится. Когда у меня одна строка, я, конечно, она полностью, я с вами согласен, она полностью характеризуется своей длиной. Однако, я хочу теперь на эту длину смотреть как на значение полинома от y в точке единица. Я хочу написать порождающую функцию длин этой строки. В частности, вот такой строке с точки зрения моего языка полиномов отвечает вот этот полином. Потому что при y равной единице он будет равен 3. То есть я промотирую обычное число 3 до полинома. Такого, что, ну, это идея порождающей функции, что я теперь ввел лишнюю переменную такую, что при
значение этой переменной равным единице, я получил то число, которое у меня раньше было. Однако в этом мире, где есть еще y, теперь у меня это число представлено целым полиномом. У полинома могут быть свои интересные свойства. И одна из идей в этой области, вообще в математике, изучать свойства этого полинома, чтобы что-нибудь сказать о специальном значении этого полинома в какой-то точке. Как я объясняю, понятно или туманно? Мне кажется, если мы просто дальше будем делать, дальше будет понятнее, что как бы хочется. Но я хочу этот момент, я просто хочу еще раз этот момент проговорить, что иногда очень полезно смотреть на целое число, положительное, например, как назначение полинома от переменной y в какой-нибудь специальной точке, например, единица. Это такая вот, ну вот как, чтобы что-то изучать, нужно больше материала. В мире чисел все очень жестко, поэтому теоремы там доказывать трудно. В мире функций гораздо больше свободы, а поэтому больше средств для изучения. И иногда удается, изучая свойства функции, что-то сказать про ее значение в конкретной точке. Ну так вот, теперь я хочу написать порождающую функцию вот для этого выражения. Уже от двух переменных. Максим, вы со мной все еще не согласны, что число y может быть полезно? Это не... Ну, как я с вами не согласен? Ну, вы говорите, я честно говорю, что я до сих пор не понимаю ни целеполагания того, что вы говорите, ни сути, но дальше, возможно, поймут, как Вероника говорит. Хорошо, тогда вот просто я еще раз повторю, что моя идея очень проста. Промотировать число до значения полинома в какой-то точке. И иметь дело с полиномом, нежели чем с числом. А когда надо вернуться к числу, я положу y равное единице и получу число. Ну так вот, теперь я хочу написать порождающую функцию вот для этого. Вот у меня тут как раз и ручка сдохла, поэтому придется подождать минуту. Вот, порождающую функцию вот для этого. Я только, знаете, посмотрю условия задачи еще, чтобы... А то я так долго говорил про... Ага, да. Все правильно. Да, я вот хочу написать порождающую функцию вот для этого. Ну, понятно, что порождающая функция для этого при y равна единице мне уже известна. Это та, которая была для... то есть, в смысле... Так, что-то я... Нет, вот да, вот я вот... да, тогда, извините, при y равна единице, это будет как раз вот та самая порождающая функция, которую мы написали здесь. Теперь давайте напишем порождающую функцию здесь и... Я вам подскажу ответ, и мы его сейчас попробуем обсудить с точки зрения комбинаторики. Что эта сумма будет выражаться следующим. Произведение единица поделить на единица минус y на x в степени n. По n больше равно единице. Вот такую формулу я хочу доказать. Я утверждаю, что ее... Написали? А? Я не слышал. Написали все-таки, мы не видим. То есть он опять не пишет, да, сейчас. Прошу прощения.
А я еще никак и не могу найти, где мой iPad. Нашел. Что-то не появляется. Надо же. Все сломалось. А, появился. Ну вот. Я хочу предложить вам доказать вот эту формулу, которая написана в середине страницы. Что сумма по всем k больше либо равного нуля, вот этих взвешенных чисел, которые мы посчитали, x степени k поделить на произведение единицы минус x и так далее, единица минус x степени k, но только еще все взвешено степенью y степени k, это равно произведению практически того, что мы уже видели. Единица поделить на единицу минус y умножить на x степени n, где произведение по всем n больше или равно единице. Ясно, что когда y равно единице, то с одной стороны я получаю, давайте эту формулу прям докажем. Когда y равно единице, я получаю порождающую функцию для разбиений. А когда y равно единице здесь, я получаю то же самое. Ведь как мы, что вот это число означало? Ну, это, как мы с Максимом обсудили, это в ровности количество разбиений числа n в k слагаемых. Ну, а теперь я по всем k, когда просуммирую, я получу вообще все разбиения. Поэтому у этой функции есть еще представление в виде бесконечной суммы. Ну, а переменная y здесь очень красиво вставляется, видите? То есть доказательство понятно, если y равно единице, то мы получаем как раз формулу в виде бесконечной суммы для бесконечного произведения Эйлера. Согласны, Максим? Что вот эта вот сумма вот этих вот слагаемых, поскольку это разбиение числа n в количество слагаемых фиксированной длины, в k слагаемых, и мы теперь по всем k просуммируем, то я все получу разбиение. То есть вот эту формулу. Но тут есть еще возможность ставить вторую переменную, которую я вставил, и она, удивительное дело, что она так вот красиво сложилась. Это, при y равном единице эта формула очевидна. Да? Очевидно, что сумма, то есть произведение единицы поделить на единицу в степени n по всем n, это сумма по k больше либо равная нуля, x в степени k на единица минус x и так далее, единица минус x в степени k. Это очевидно, да? Просто я пересчитал все разбиения через разбиение с фиксированным количеством слагаемых. Согласны? Что скажете, Вероника? Сейчас я вот просто думаю. Ну, то есть мы пересчитали все, используя фиксированное количество. Да. Да, то есть вот в этой, в левой части я никак не обращал внимания на количество слагаемых, ну или то же самое на длину самого длинного элемента разбиения. А теперь я стал обращать, ну соответственно при каждом фиксированном k мы посчитали их количество, а теперь когда просуммировали по всем k, получили вот это. Согласны?
Да. Но вот я хочу все-таки заметить, что при этом я хочу, если вы сюда вставите переменную y степени k, то есть взвесите, то эта переменная y справа, то есть слева, вылезет очень элегантным образом. Вот так вот. То есть у вас есть теперь функция от двух переменных, у которой при значении y равного единице очень хорошее свойство, она обладает, то есть она считает все разбиения, это является порождающей функцией всех разбиений. Ну, опять-таки, Максим, обращаясь к вам теперь, а есть ли смысл у этого выражения при k неравного единице? Вполне возможно, что и есть. Во всяком случае, это такая возможность для математического исследования. У вас был объект, и вы этот объект представили как вершинку айсберга, которую вы раньше не видели, она где-то под водой была, да? Но теперь вы говорите, а давайте спускаться вниз и смотреть, а что все остальное означает? Имеет ли какой-нибудь комбинаторный или какой-либо другой смысл значение этого выражения при y неравного единице? Ну вот, еще раз вас спрошу, как это представляется интересной мыслью или все-таки искусственной и надуманной? Я не обижусь. Просто интересно ваше мнение. Ну, я, да, честно скажу, что я до сих пор не понимаю смысла происходящего, поэтому, ну, может быть, в этом есть какой-то смысл. Нет, смысл происходящего, что у вас есть возможность расширить ваши знания. Вот у вас был объект, которое число. А вы, следуя Эйлеру, это же идея Эйлера, вместо этого числа рассмотрели порождающую функцию этого числа. Вместо числа n вы рассмотрели полином, значение которого в точке единица в данном случае равно этому числу. И пытаетесь посмотреть, что все утверждения про число будут означать в терминах этого полинома. То есть вы ввели в рассмотрение еще одну разменность, если хотите. Ваша задача стала многомерной. А конкретная задача получается схлопыванием этой дополнительной размерности в ноль. Но это же интересно, что задача допускает, естественно, обобщение в многомерие. То есть имеет смысл говорить не просто о функции разбиения, а тут еще какая-то буковка y есть. Ну и опять я еще раз повторю, а вдруг и так оно и окажется. При других значениях y это тоже интересная функция. Ну вот, собственно, это я хотел сегодня сказать. Не знаю, убедил или нет. Прошу прощения, я все-таки никак не могу привыкнуть к этой кобилю оборудования на моем столе. Я немножко путаюсь. Там уже, видите, тут еще иногда и ручка садится и так далее. Поэтому, может быть, рассказ не во всем гладкий получился, но, во всяком случае, идею вот такого... Можете сказать, пожалуйста, почему... Ну, то есть мы написали y, там, степени k, почему оно, ну, знаете ли, вылезло именно так? А это задачка надо. Вот это-то интересно, понимаете? При y, я же это и сказал, при y равное единице формула очевидна. Дописать y слева никакого труда не составляет. Однако увидеть, что после этого он складывается в такую красивую формулу, это уже, само это обстоятельство по себе уже означает, что мы сделали что-то интересное. Что этот y не абы как вылез абракадаброй, а очень красиво сложился в множитель в знаменателе. Вот эта задачка надо. Хорошо? Я ответил на ваш вопрос? Да. Ну все, я сказал все, что хотел. Большое спасибо. До следующего раза. Теперь это постоянная наша конференция. Еще раз напомню, она записывается. Поэтому, если вам нужна запись, то она, видимо, вот на сайте факультета появится. Ну все, всего доброго. Вопросы есть? Ну, видимо, нет. Или есть?